На пересечении проспекта 50 лет в ЛКСМ и улице Полбина ярмарка проходит уже второй раз. И второй раз, несмотря на морозную погоду, яблоку негде упасть. Люди приезжают еще затемно. Всего торговлю посетили больше 8 тысяч человек. По традиции свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, крупные предприятия со всей области. Торговлю вели с 217 машин. Большой популярностью у горожан пользовались свежее мясо, рыба и разносолы. По подсчетам специалистов Минсельхоза, общая сумма выручки составила больше 8 миллионов рублей. Горожане приобрели более 9 тонн мяса, 9 тонн сахарного песка, больше 3 тонн меда, почти 3 тонны рыбы и рыбной продукции. Сегодня, например, сахар у нас реализуется на ярмарке по цене 22 рубля. Яйцо куриное С1, соответственно, у нас продается по цене 50 рублей, в то время как в магазинах она реализуется, допустим, по 67 рублей. Поэтому есть определенная разница в определенной группе товаров, где действительно ярмарка является достаточно конкурентоспособной и представляет гражданам по ценам ниже, чем в торговых сетях. Кроме торговли, фермеры встретились с представителями профильного ведомства и соцзащиты. Вместе они обсудили меры социальной поддержки, которые могут получить ульяновцы на развитие личного подсобного хозяйства. Следующая ярмарка пройдет на улице Минаева 7 декабря. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.